Все они молоды, но уже готовы принимать участие в развитии муниципалитета, обсудить важные темы, получить ответы на интересующие вопросы. Молодые активисты Щелкова смогли на встрече с главой округа Андреем Булгаковым. В зале Центрального дворца культуры собрались более 50 представителей молодежных движений. Молодогвардейцы «Единой России», волонтеры, словом, ребята, которым не безразлично то, как будет развиваться родной город в ближайшее время. Перед обсуждением вопросов участникам встречи представили данные опроса, который проводился активистами молодой гвардии среди щелковцев от 18 до 25 лет в социальных сетях, группах колледжей, школ, а также на портале образовательных учреждений. В опросе затронули темы интересов молодежи, вовлеченности респондентов в общественную жизнь округа. Что из перечисленного вам больше всего интересно? Вопрос показал, что очень многие, порядка 51%, интересуют спортивное направление. Участники встречи также обсудили тему развития спортивной инфраструктуры в городе, в частности, устройства велодорожек. В данный момент они уже расположены на набережных улицы Парковой и частично улицы Пушкина. Однако для многих любителей велопрогулок было бы актуально продлить маршрут. Я бы хотел вас спросить, можно ли как-то дальше их развивать? Современное пространство, вот ДК, в котором мы находимся, и станция Воронок, там тоже будет, соответственно, велодорожка. Ну и все это в единый комплекс должно замкнуться. Пешеходная зона до площади Ленина, соответственно, набережная и вот эта новая пешеходка, которая будет предусмотрена велодорожкой, достаточно будет пространства для того, чтобы кататься. Не только вопросы развития спортивной инфраструктуры, но и темы проведения различных спортивных, творческих и образовательных форумов и встреч обсудили активисты с руководителем муниципалитета. На встрече также пообщался с щелковской молодежью руководитель регионального отделения молодой гвардии «Единой России» Александр Толмачев. Мы хотели бы провести у нас большой окружной форум «Экоразвитие». Это наш форум образовательный, это наша инициатива, которую мы будем поддерживать. В данном случае я очень рад, что... Но обычно мы спрашиваем, где провести форум. Вы говорите, что он нам нужен. Поэтому, если он нужен, конечно, он придет к вам. Активисты говорили и о молодежной политике. Предложили создать молодежный парламент или администрацию, общественное движение. Которое поможет вам, а вы за счет этого приобретете какой-то кадровый резерв. Тут, наверное, даже не вопрос, а просто инициатива, которая, в принципе, даже на протяжении сегодняшней встречи звучала не один раз. Вы мне скажите, как лучше, да, то есть... формат. Но пока это будет Пирогов или через него, да? А там через несколько недель мы должны сказать, какой это формат. Делаем мы какую-то систему координатов, да? Это будет объединять, соответственно, молодежные администрации или совет молодежный, да, с которым я буду регулярно общаться, закреплю своих заместителей. На протяжении полутора часов говорили о важном. В целом, молодежь Щелкова выразила желание принимать активное участие в развитии муниципалитета и решении важных вопросов. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.